Ну что, мы заехали. Сегодня будет много воды, много льда. Снега, кстати, ну не так уж и много. Хотя пробиваем соляну, по дороге никто не ездил. Не, снега в лесу вообще немного. Абсолютно. Но он такой. Все молодые просто стали уже. Травимся. А нам туда. Как стало сразу. Салон оно совсем не то. Тут не заехал, прошел. Аккуратно, аккуратно. Мои мушки вообще сложил. Скажи, Женя, ничего. Нормально. Давай, поехали. Поехали, поехали. Это будет все. До конца. Не сдается. Лебедку доставать не хочет. Вопрос не могу. Может развернуться. Посмотрим. Конечно, конечно. Теперь я понимаю, почему Влад криво снимал. Это пи***а неудобно. Я думаю, да. Я попрошу публично заснять этот момент, чтобы потом никто ничего не говорил, что я ничего не делаю, как это любят говорить. Ну и публично от меня заявление. Влад, оператор, я понимаю, насколько теперь было тяжело вот это вот все бегать, снимать из-за веток,
и не попасть под колеса. Беру все свои слова обратно. Я буду стараться. Рубится. Дальше еще одна. Прошел. Тяни. Все, вышел. Все, починились. Час времени. Поехали дальше. Фу, в
впереди даже половины не проехали, по-моему. Извините, извините за ветки, без них никуда абсолютно. Ну что, Нива, УАЗик и дерево. Нам туда. Штурман пошел искать объезд. Может быть, ух, найдем. Верба, что ли? Не факт, что УАЗик поднимется, но... Вот так вот работает штурман. То есть все стоят, шутят, а штурман идет неизвестно куда, он просто ищет дорогу. Сказал, выезд в речку есть, можно по руслу речки ехать. И даже если мы распилим дерево, по объездной, нам все равно нырять вот в эту огромную лужу. А штурман Саша, вон он ушел, ищет выезд из речки, потому что хотим ехать по руслу. Тихо, тихо, тихо. Я думал, меня уже сложно чем-то удивить, но нет. Ногами люди ездить не могут ходить. Солнышко вот-вот сядет. Мы даже половину не проехали. Вот работа штурмана налицо. Нашел дорогу и ведет по ней. Лебедка наверх. Пацаны очень грамотно работают. Слаженная команда. УАЗик без блокировок.
вот все белое, это камни. Ну, Саша на четвереньках не лез. Иди, как Саша шел. А, блядь, я тебя видел, как Саша шел. Ну, вы ж сидели, блядь, в тепле, загорали. Мы, да. Да? Ты с лебедкой не прыгнешь, блядь. Перекинь лебедку сначала. Отъеби. Я понял тебя. Костя, почему это делаешь ты? Ситуация. Нива уперлась в камень и в дерево. Нормально заскочили на лебедки, сейчас на другую. Давай. В другую сторону, нет. Нет, ты дерни. Она замерзает, фара. Она не дергается, живет. Включи, Кость, свободку. По-другому не дали. Сейчас буду включать свободку. Влево, 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 сюда. Влево, влево, влево. Стой! Влево, влево, Костя, влево! Вот такая вот ситуация. Хорош. Все вперед проезжай. Вправо, Костя, вправо. Камень вон туда объезжай. Вправо. Штурман в деле. А что, фарик залез в машину?
Ебать там камень. Супер, супер гуд. Это, честно говоря, даже больше, чем я ожидал. Сильно, блядь. Как он это делает? Сюда, на меня! Вправо, вправо, вправо! Неси! Костян, то, что ты проехал, все, стой, 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 не газуй. Да, бля, пацаны, сейчас разложусь. Да не, все нормально, ну ляжешь на камень. Не газуй, смотри на Сашу. Я в эту поездку, как вы понимаете, еду пассажиром. Потому что я бы здесь на своей не проехал машине. Но пригласили. Это очень полезный опыт. Посмотрю со стороны, вживую, как реально едут люди. У них опыта очень много. Посмотрю на работу штурмана. Тоже очень интересно, Сашка посмотрит. Спокойно. Не суетиться, главное. Конечно, есть технические проблемы. Опять с генератором, но уже не на моей машине. Гора Папай. 797 над уровнем моря. Красивый. Особенно в лучах заката. Там еще есть грот и много водопадов. Что самое главное в этой ситуации? В этой главной ситуации, что мы все вместе и будем ночевать вот здесь все вместе.
Неважно. Что бы ни произошло. Ребят, ну на видео еще не видно. У нас здесь подъем, чтобы вы понимали. Ну, то есть, вот горизонт. Вот деревья растут, да, то есть у нас перепад в экране уже метр. У нас тут просто мы поднимались на перевал, на гору, и мы не доехали. Циклоп стоит. Кстати, хорошо, что у циклопа теперь есть хоть фара, потому что у тебя новая фара уже не горит, кстати. Да? Да, все, все, но, да, новая уже не горит. 250 рублей, привет. А вот то, что осталось от сцепления УАЗика. Ну... Это труха. И вот до сюда мы дальше не поднялись. Подниматься еще метров 200. Дальше спуск в речку и по камням. Это все мы проехали только половину. Нам еще столько же до конечной точки. Это сцепление УАЗика, которого мы теперь спускаем вниз с этого перевала. Вариант такой, что походу мы тут ночуем до утра. А утром едем в магазин за сцеплением и за ремнем Ниве, потому что у нее длинный. А почему ты говоришь, что сцепление на УАЗике здесь в полях не поменяется? Это очень тяжело? Очень все тяжело. Понятно. Не, поменять можно, почему нет? Ну, это того не стоит, да? То есть проще отогнать. А почему нет? Мы же ебаные джиперы. Мы? Ну да. У меня есть подозрение на то, что просто-напросто не дожимает корзина выжимной диск из-за того, что туда попала вода, которая и мы постояли, да? Да, она замерзла, и она просто-напросто его не дожимает, потому что на сцепление жалоб не было. Я что хочу сделать? Я хочу открыть лючок, налить туда воду теплую. И если это прокатит, то он спустится вниз, до беседки. Но вверх уже не. Ну просто мы видели стружку. Ребят, ну там сопли. Да. Ну, я... Пошли сопли уже. Нет, диск там уже, сцепление точно, да. Не, без проблем. Диска нет, там, ради бога, чтобы он доехал до нового, дотянул. Доедет, будет хорошо. Не доедет, ну, пойдем пешком. Сейчас, подожди, да. Ты снимаешь, да? Да. Через открытую черепаху. Да, да. Я так понимаю, что вы меня перевернули. Не... Это фар. Это... Хотели не выложить, жили УАЗик. Зато сцепление теперь легко поменять. Помнишь, я тебе говорил, как надо менять сцепление в лесу? Идеальный момент. Я его козлом называю. Переворачивается. А лебёдки туда, хуй. Вон туда, в дерево. Я знаю, что я делаю. Да я уже новое пошел. Такие моменты, конечно, пацану надо помогать, но нет. Не-не-не, там все хорошо, там все работают. Там Женя в УАЗике лежит. А, Женя уже в УАЗике? Да, он же с лебёдкой там команда. Че, поменяемся, блин? Так я говорю, вы переворачиваете. Масло сейчас потечется. Да я знаю. Лёчек, отматывай! Есть, снял? Молодец, да. Дорогой мой, давай! Не-не-не, светись! Да, только отошел. Пошел, давай, 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 давай! Давай, давай! Давай еще! Да, давай! Пошел, мой дорогой, давай. Еще. Еще давай. Пошли, давай. Фарик, ваш комментарий. Я согрелся. И все? Весело, что еще сказать. Вас перевернули. У вас нет цепухи, вас перевернули, а у Нивы нет задней, моросит генератор, моросит водитель, блядь. Это же полный боекомплект. Ты доволен? Я да. Ты Ну да. Ты еще с нами поедешь? Конечно. Выворачивай руль, Жень. Давай, Женя, давай. В другую сторону. Нет, он не... Он...
Все, стой, не тяни. Зафиксируйся. Молодец, отпускай. Я тебя тяну. Заднюю назад, миссис Лебёдка. Али. Фух, аккуратненько поставили, все нормально. УАЗик. Я сказал, что аккуратненько. Поставили аккуратненько. Колесо разбортировалось, сейчас будем. Это очередной моментик. Че? У меня зарядки нет уже, правда. Раз, ну, блядь, два. Заебись. Вся крыша. Где туда? Смотри, почти ремень. Ой, блядь. Мама моя. Где мой телефон? Попытка номер два. Спускаем УАЗик вниз. Потихонечку. Очередная фиаско. И там речка. Я вниз направляю. Если что, вот мои ноги, а вот обрыв. И УАЗик стоит в обрыве. О, ночка будет длинной. Что, вариант такой. Сейчас. В общем. О, скоро будет костер. Скорее всего, скоро будет теплое, горячее мясо жареное. УАЗик, в общем, остался здесь, в канаве. Ночуем здесь, в лесу. И утром едем за связью. Все. Всем спокойной ночи. Хорошая была поливалка. Смотрите, какая у нас приятная неожиданность. Мы очень сильно не ожидали, что кто-то еще поедет. Парни тоже рубились долго. Поехали по нашим следам, там, где дерево завалено было. Две машины проехало. Потом психанули по камням и распилили это дерево. Вот так, ну, приятная неожиданность, приятная. Не думали, что в лесу кто-то еще будет ездить. Встречали, как знаете, новых людей. Фух, на острове. Кайф. Живник вещь. Доброе утро. Мы пережили эту ночь. Так нам и не покорился Папай и Папайский перевал. Вот наш лагерь, прямо на дороге. Это парни объезжали нас ночью мимо. Ехали туда же, куда и мы. Предлагали помощь. Бензин, еду. Тянуть. Мы отказались. Потому что смысла дальше тянуть УАЗик нет. Есть смысл его тянуть домой. Евгений, доброе утро. Доброе. Доброе ли? Не замерз? Ну, отлично. Ну что, костер всю ночь горел, сейчас его поддал. Наверное, организуем кофейку, да? И в бой. Ну что, отправили Ниву
за помощью, ее сразу ее починить надо. УАЗик и пацаны остались с ним караулить. Мы вызовем помощь, эвакуацию. И, наверное, будем возвращаться. Не, когда такая неглубокая, он колесами передний бампер ломает. А когда глубже, он уже там фары убираются. Чё, наверное, полпути примерно. Не буду загадывать, не знаю. Едем аккуратненько на первой, на пониженной. Без геройства особого объезжаем все. Нам надо доехать и приехать. Нам надо выручать пацанов. Нам нужна связь. Помощь приехали мужики на двух вазах. Сейчас мы чуть нашу ласточку подшаманим, да поедем еще.